футболотчики нашли себе допинг покруче. Игроки и молодежки питерского «Динамо» на сборах надышались дезодорантом из баллончика. Весь процесс футболисты транслировали через приложение «Перископ». Да ты попробуй. Я уже боюсь. Да что ты боишься? Дезодорант подростки купили в магазине, после чего зашли в общежитие. Надышавшись газом, они начали вести себя неадекватно. Кричали, кривлялись, странно смеялись. Также на кадрах видно, как уже на улице один из этих «спортсменов» в кавычках пьет, судя по всему, пиво. Эх, совсем себя не берегут.